понедельник, но в кровати я вставать не хочу. Эй, под одеялом прячусь. Прошу тебя, будильник, дай поспать еще хотя бы чуть-чуть. Эй, ладно, ладно, поднимаюсь. Успеть причесаться и лицо умыть, быстро в школу собраться и выходить. Ну как мне эту неделю прожить? Не успею, опоздаю, что мне делать, я не знаю. Понедельник опять, как бы мне не пропасть. В этом хмуром мире я не знаю, где мне силы взять, заклятье снять, выход отыскать. Да, я не пошла повсюду, тучи над моей головой. Дождь и слякоть, дождь и слякоть. Но почему сегодня понедельник, а не выход?